Здорово! Вас приветствует Мопорг, с вами Трэш, и сегодня я хочу рассказать о новой увлекательной игре под названием Labyrinth. Создана она на основе знакомой всем из детства игре доска с лабиринтом и лунками, расположенными на нем. В мобильной версии суть осталась та же. Игроку необходимо довести игровой шарик до финиша, при этом обходя все препятствия, стены, блоки и лунки, возвращающие на начало лабиринта. Управление осуществляется с помощью акселерометра, и именно наклон устройства и резкость ваших движений будут определять скорость и траекторию движения шарика. Разработчики создали множество карт, разделенных как по степени сложности, так по внешнему виду и оформлению игровых полей. Здесь вы найдете три типа уровней сложности в зависимости от количества преград для шарика: Easy, Normal и Hard. Чем больше преград, тем сложнее уровень. В наборе Original собраны оригинальные локации, лабиринты в виде всевозможных красочных объектов, персонажей и так далее. Пользователю доступно на выбор 6 видов шариков. При этом в процессе игры становится понятно, что отличаются они не только внешне, но и своим поведением на поле. Есть особо прыгучие, которые достаточно сильно отскакивают от стенок. Есть более скоростные и маневренные. Выбрать их можно как в меню с уровнями, так и в самом процессе игры. После каждого пройденного лабиринта у вас есть возможность поделиться результатом со своими друзьями в различных социальных сетях. Кстати, на стартовой странице приложения есть некоторая особенность. Если на ней определенным образом ударить шариком об иконки, откроется секретный уровень. Разработчики обещают регулярное пополнение приложения новыми картами, но при этом дают отличную возможность любому пользователю самостоятельно создавать уровни и проходить их на своем устройстве. Сделать это очень просто. Достаточно перейти на официальный сайт Labyrinth и там бесплатно загрузить редактор. Там же есть и подробная инструкция по работе с ним. Игра Labyrinth не так проста, как может показаться на первый взгляд, и увлекает с первых секунд геймплея.